От карты ушла Антоновская школа. Палки в руки и вперед. В древних Болгарах все располагает для исторических состязаний. Место, архитектура, атмосфера. Все для туристов, от любителей старины. Здесь больше 100 жителей Спасского и соседних районов республики вышли на необычный маршрут. Стрельба из лука, метание с улицы и топора. Фестиваль Кыш-Батыр не просто соревнование на скорость, а настоящий исторический биатлон. Последний этап состязаний самый сложный. Пройти его неподготовленному достаточно сложно. Метание с улицы – одна из старинных забав. Здесь важна твердость руки, четкость и сила замаха. Перед стартом. Очень здорово, что придумали не только движение по трассе, но еще и вот эти вот метания копьем из лука, из топора. Мероприятие очень хорошее, надеемся, что будет проводиться каждый год, и будем участвовать обязательно, принимать участие. Самое сложное было это, которые три испытания там были. А тут без разницы, где левая. Какую на левую надел, та и левая. Любители передают эстафету профессионалам. На трассе теперь представители клубов исторического моделирования. Здесь без подготовки не обойтись. Выбрали не только колоритные костюмы, но и лыжи. Это интереснее. И в целом я занимаюсь историческим моделированием, и это для меня ближе, чем обычные лыжи. Фестиваль Кыш-Батыр впервые проводится в республике. По словам организаторов, соревнования помогут повысить туристический потенциал Болгар в зимний период, когда гостей значительно меньше. Кыш-Батыр, оно действительно важно для равномерного распределения туристического потока, для направления его именно в зимний период. И в целом тенденция показывает, что событийные мероприятия, они очень хорошо привлекают туристов вне сезона. А для любителей спокойного отдыха близ исторического маршрута средневековый лагерь. Здесь и кузнечная, и кожевенные мастерские. Моя только кованые вещи. Кыш-Батыр состоялся. Организаторы фестиваля надеются, что в следующую зиму праздник соберет еще больше народу. Алина Бережная, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.